Сегодня мы говорим о тех наших братьях и сестрах, о тех наших детях, которые ходят в школу, ходят в колледж, ходят в университеты. Мы говорили сегодня уже о том, что это невозможно без Божьей помощи. Перед тем, как мы будем молиться, перед тем, как мы посвятим это время для того, чтобы вознести специальную молитву Господу о наших детях, я хотел пригласить вас в 8 главу книги Притчи, Притча Соломонова, 8 главу, откройте, пожалуйста, и мы сегодня поговорим о нескольких правилах, которые помогают нам увидеть Божий совет, как правильно учиться. Я знаю, что некоторые с большим энтузиазмом пошли в школу. Лето засиделись, ожидали школу. Правда, родители мне говорят, это энтузиазма ненадолго хватает. Сейчас, пока все это новое, все это хочется на желтом автобусе поездить. Вот. Или даже кто-то дома учится, все равно это интересно. Я пойду в школу. Вот. Но потом учеба превращается в труд, и потом этот труд часто становится... ну, так скажем, тяжелым, трудновыносимым для многих людей. Так вот, я хочу сейчас обратить ваше внимание на слова самого мудрого человека, который жил на земле, его звали Соломон. И этот человек написал специально нам сегодня, чтобы мы знали, как правильно учиться, как правильно подходить к этой очень важной части нашей жизни. Когда мы говорим об учебе, нам нужно понять одну очень важную истину. Самая первая истина, она заключается в том, что учеба всегда связана с тем, чтобы мы могли узнать Бога. Соломон в этой своей книге, не только здесь, об этом говорится в многих других местах Священного Писания, он говорит о том, что молодым людям надо учиться, в принципе, всем нужно учиться по одной простой причине, потому что вся мудрость у Бога. Поэтому первое правило того, как нужно учиться, ищите мудрости у Бога. Правда, вы пошли уже в школу или кто-то пойдет в школу, кто-то пойдет в колледж, в университет. Вы пойдете туда к учителям, учителя будут вас учить, учебники большие, в которых есть много информации, много мудрости. За ними стоят какие-то специалисты, которые эти книжки написали, которые вас учат, и вы думаете, что вы будете учиться у них. Но в действительности Библия очень ясно говорит, что настоящая мудрость, вся мудрость только у Бога. И вот здесь Соломон очень... глубоко и очень точно об этом пишет. Он пишет об этом в самой середине этой главы. Давайте мы посмотрим с 22 стиха. Соломон говорит от лица мудрости, от лица знания, от лица того, что нам так нужно в нашей жизни. Он говорит так. «Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих, искренне. От века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников обильных водой. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной». Это очень важное утверждение, которое делает здесь Соломон. То есть еще до того, как были созданы какие-либо молекулы Вселенной, в которой мы живем. Еще до того, посмотрите, ни земли, ни полей, ни начальных пылинок Вселенной. До того, как появились какие-то пылинки. До того, как вся эта земля была сотворена. Тогда, когда еще ничего не было. Первое, что появилось – мудрость. Что такое мудрость? Мудрость – это огромный, гигантский объем знаний. Вот кто-то пошел в первый класс. Поднимите руку, кто пошел в первый класс? Вот есть здесь у нас некоторые. Кто-то пошел в первый класс. Вот очень, очень даже много у нас есть тех, кто пошли в первый класс. Окей, кто-то пошел в первый класс. Но я не буду
просить поднять руки, кто пошел в колледж. Ну, есть такие, кто пошел в колледж или пойдет вот-вот сейчас. Вот когда вы пошли в первый класс, вы начинаете изучать то, что вам доступно сегодня, то, что вам нужно выучить для того, чтобы жить. Так вот, все это знание, которое мы изучаем, все это знание однажды сотворил Бог. Его не учителя сотворили. Его сотворили не те люди, которые являются автором, которые написали ваши учебники. Его сотворили не институты какие-то большие, где очень-очень ученые люди сидят. Все эти люди, все, что они делают, они пытаются узнать, они пытаются постичь знание, которое однажды, когда-то сотворил Бог. Это, наверное, самое важное, что нам нужно знать. Когда вы идете в школу, вы идете, ну, наверное, кто-то идет, потому что мама с папой послали, и нужно идти. Кто-то идет, потому что интересно в желтом автобусе поехать. Кто-то идет, потому что там подружки все уже учатся. Но есть другая, очень важная причина. Эта причина заключается в том, что Бог сотворил знание для того, чтобы мы, люди, могли его постичь. И здесь он говорит очень конкретно, вот от лица мудрости, он говорит: «От века я помазана, от начала, прежде бытия земли». Посмотрите, 23 стих, здесь мы посмотрим на английском. «From eternity I was established, from the beginning, from the earliest time of the earth». То есть мудрость была установлена Богом однажды, и она не зависит от людей, не зависит от того, кто что думает, не зависит от теорий разных, которые существуют, разные теории знаний, какие теории преподают. То есть мы, люди, имеем такую привилегию постигать то, что Бог однажды установил, еще до того, как появилась земля. И он продолжает, 27 стих, посмотрите. «Когда он уготовлял небеса, я была там. Когда он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал море устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основание земли». Вот обратите, пожалуйста, внимание на вот эти слова. 29 стих. «When he set a boundary from the sea so that the water would not violate his command». Вот здесь сказано о определенном законе, физическом законе, которым регулируется положение воды на земле. То есть Бог сотворил определенный закон, и этот закон настолько сильный, что вода находится вся в своем месте. И она не выходит с той границы, которую Бог прочертил, которую Бог определил для воды. Почему об этом написано здесь, и почему важно это знать? Когда вы изучаете таблицу умножения, когда вы изучаете законы физики, когда вы изучаете биологию, те, кто постарше, изучают человеческий организм, когда вы изучаете высшую математику, когда вы изучаете химию, вы изучаете не просто формулы, вы изучаете то, что Бог провел когда-то черту. Бог однажды специально сделал закон тяготения, благодаря которому вода собирается в самое низкое место. То есть это не просто цифры на бумаге, в учебнике. Это Божий ум. То есть когда вы, ребятишки, когда вы идете в школу, это Божье дело. Да, там полно людей, которые не знают Бога. Там полно людей, которые не вспоминают о Боге. Но ваша задача – увидеть Бога в таблице умножения. Ваша задача – увидеть Бога в science classes. Ваша задача – увидеть Бога в классах по музыке, которые вы берете. Вы посмотрите, очень интересно, когда мы говорим о музыке, музыка – это удивительнейшее творение Божие, потому что Бог создал музыкальный ряд, тоны, полутоны, из которых можно строить гармонию, у которых есть разные типы звуков, оттенков.
которых можно делать разные комбинации. То есть, когда мы занимаемся, когда вы идете и учитесь играть на трубе, или вас учат там петь в школьном хоре, или вам преподают какие-то азы музыкальной грамоты. Мы не просто крючки на бумаге изучаем, мы Бога познаем. Мы познаем то, что Бог сотворил для того, чтобы мы, люди, сегодня могли это видеть. К огромному сожалению, очень многие преподаватели, которые сейчас преподают, они преподают это, забыв Бога, или же напрямую отвергая Бога. Более того, они пытаются использовать это знание для того, чтобы доказать свою собственную гордыню, свою собственную самостоятельность. Но мы-то знаем лучше. Мы-то хорошо понимаем, что математику изобрел Бог, что законы физики изобрел Бог. И поэтому, когда мы изучаем эти все законы, мы понимаем, насколько велик Бог. Кстати, здесь одна очень интересная деталь, которая, я точно уверен, должна вас воодушевить. Чем более сложный предмет, который вы изучаете, тем больше он говорит о сложности Бога. Когда вы изучаете дважды два – четыре, это только начальная, вот этот начальный слой или начальная форма выражения математики. Но когда вы приходите к тригонометрии, когда вы смотрите на нее, и у вас просто ум за разум заходит, вы просто не способны это все охватить. Вот когда вы только смотрите на это, вы должны увидеть, как Бог велик. Вот почему, когда мы познаем все это, мы познаем великого Бога, который все это сотворил. Итак, это первое. Первое правило, как правильно учиться. Ищите мудрости у Бога. Ищите Божьей мудрости. Поймите, что во всем том, что вы изучаете, во всех науках проявляется Божья природа, Его личность, проявляется Бог на троне, который создал землю, который создал знания, который утвердил все то, что есть во Вселенной. И мы, как студенты, которые пытаемся постичь великого Бога, мы понимаем, что это Он. Кстати, это касается не только детей, но и родителей, которые здесь присутствуют. Вот это продолжающаяся ongoing motivation, то есть продолжающаяся мотивация, почему мы мотивируем детей учиться. Потому что это Божье знание. Потому что за всем этим мы видим Бога. Потому что Он определил знание для того, чтобы мы, люди, имеющие разум, могли его постигать. Так это первое правило, которое нам нужно помнить. Есть второе правило, которое мы находим здесь же, в этой главе. Любите Божию мудрость. Мы говорим, первое, ищите мудрость у Бога, поймите, что за всем этим Бог, и Бог открывает себя, в том числе и через эту систему знаний, и мы видим Его величие через это. Но есть второе, о чем говорит здесь Соломон. Он говорит, что эту мудрость нужно полюбить. Я прочитаю несколько здесь стихов из этой главы. Мы немножечко раньше возьмем. Посмотрите, пятый стих. Он говорит, научитесь неразумные благоразумию и глупые разум. Что это значит? Вот неразумные и глупые, о которых он говорит здесь, это люди, у которых нет знания. Люди, которые не постигли всего того, что нужно для жизни. Ну, например, я приведу вам простой пример. Когда вы приходите в магазин, и когда вы смотрите на то, что на ценник, когда вы смотрите на цену какого-то товара, вам нужно быть достаточно образованными, чтобы понять, это много или мало. Чтобы понять, это дорого просят за этот товар, или же наоборот, это очень дешево и нужно купить. Вот для того, чтобы это знать, нужно уметь считать, как минимум. Нужно знать, что такое цифры. Для этого нужно знать, что всякий товар имеет свою цену. И для этого нужно сравнивать. Окей, ты можешь это же купить
дешевле отдать меньше денег, или же это купить дороже, отдать больше денег за это же самое. Вот для того, чтобы мы могли правильнее жить, для этого нам нужно знание. Он говорит здесь: научитесь неразумные, благоразумные и глупые разумы. То есть, когда человек маленький, когда он не умеет это считать, он приходит, и для него цифры, они ничего не значат. Но чем больше человек растет, тем больше знания наполняет его голову, и эти знания делают его мудрее. Ну, я привел такой самый простой пример с цифрами и с ценами. Но это же самое происходит во всех аспектах нашей жизни. То есть для того, чтобы человек мог правильно жить, для этого ему нужно вот это большое Божие знание. Для этого ему нужно понять, как Бог устроил мир, для того, чтобы я мог правильно им пользоваться. Для того, чтобы я правильно подходил к этому. Вот почему он начинает с этой очень важной фразы. Научитесь неразумные благоразумие и глупый разум. Дальше продолжает. Слушайте, потому что я буду говорить важное. Изречение уст моих – правда. Ибо истину произнесет язык мой, и нечестие – мерзость для уст моих. Все слова уст моих справедливы. Нет в них коварства и лукавства. Все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знания. То есть вот то знание, которое Бог изобрел, нам оно необходимо, потому что оно истина. Потому что если мы познаем Бога, мы познаем, как Бог устроил мир, мы познаем Его истину. Вот здесь мы приходим к еще одному очень важному вопросу. Этот вопрос, он связан с тем, что когда люди в школах, в колледжах особенно, в старших классах, в школах, в университетах, они начинают вкрапливать в Божию истину, они начинают вкрапливать свои собственные теории, которые выдаются за истину. Вот почему нам нужно очень хорошо запомнить с самого начала, что как только вы сталкиваетесь с чем-то, чему вас учат, что противоречит тому, что говорит Священное Писание, противоречит тому, что говорит Господь, то, что вы точно и ясно знаете. Вы должны ясно понимать, что всякая мудрость, смотрите, ибо истину произнесет язык мой. Нечестие – мерзость для моих уст. Посмотрите, 7 стих. For my mouth will proclaim truth. And wickedness is an abomination to my lips. То есть wickedness – это злое, нечестивое состояние сердца человека. Оно противно истине. Оно не имеет ничего общего с истиной. Он продолжает в 10 стихе. «Примите учение мое, а не серебро. Лучше знание, нежели отборное золото, потому что мудрость лучше жемчуга». И ничто из желаемого не сравнится с нею. Я премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Заметьте, он говорит о том, что учение, постижение мудрости ценнее, чем серебро. Это действительно так. Можно заработать много денег, но если нет ума, можно заработать большое состояние, но если человек не понимает, что правда, а что ложь, что истина, а что нет, человек не сможет жить. Человек потеряет свою жизнь. Человек обязательно направит свои пути туда, где будет полная катастрофа ожидать его. Вот почему он очень ясно подчеркивает: «Примите учение мое, а не серебро». Он продолжает в 17 стихе. «Любящих меня я люблю». И ищущие меня найдут меня. Мы говорим о том, что Божию мудрость нужно любить. Действительно, Господь, прежде чем сотворить мир, прежде чем сотворить нас, Он сотворил знание. Он сотворил истину. Он сотворил весь этот сложный комплекс законов природы. Он сотворил все это для того, чтобы мы могли познавать Его. И Он сотворил это для того, чтобы мы полюбили. Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня. Богатство и слава у меня, сокровища непогибающие и правда, плоды мои лучше золота,
и золота самого чистого, и пользы от меня больше, нежели от отборного серебра. Я хожу по пути правды, по стезям правосудия, чтобы доставить любящим меня существенное благо, и сокровища их, сокровищницы их я наполняю». Заметьте, Соломон говорит еще раз, вы будете самыми богатыми людьми. Вы будете людьми, у которых будет больше, чем у тех, у кого есть золото, чем у тех, у кого есть серебро, чем у тех, которые наполнили свои житницы всякими сокровищами, всякими здесь вещественными или материальными благами. Он подчеркивает и говорит, плоды мои лучше золота. То есть, если мы познаем Бога и познаем Его знание, мы приобретаем то, что в действительности даст нам настоящее благо. С первого стиха, если мы посмотрим эту главу, он говорит, не премудрость ли взывает, и не разум ли возвышает голос свой? Она становится на возвышенных местах, при дороге, на распутьях. Она взывает у ворот при входе в город, при входе к двери. К вам, люди, взываю я и к сынам человеческим голосом. Итак, это второе правило, что нужно для того, чтобы хорошо учиться. Первое, нам нужно понять, что вся мудрость, она сотворена Богом, и она является Божьим откровением. Бог открывает себя нам. Второе, нам нужно полюбить ее. Есть некоторые люди, любят учиться, некоторым труднее учиться. Но когда мы понимаем, что это Бог сам открывает себя нам, то тогда это уже приобретает совершенно другой характер. Это не просто нравится тебе или не нравится. У тебя есть возможность соприкоснуться с самим Богом, который дает эту благодать нам постигать Его мудрость. И есть третий очень важный аспект, который мы видим в конце этой главы. Наслаждайтесь Божьей мудростью. Дело в том, что мудрость приятна. Божья мудрость, Бог так создал свою мудрость, и Он так создал людей, что когда люди постигают мудрость, нам хорошо. Конечно, трудно, пока ты учишься. Когда ты учишься, ты запоминаешь, ты сдаешь тесты. Это трудно. И здесь может быть какие-то неприятности. Пока человек пройдет, ему нужно работать над собой, заставлять себя, возможно, нужно где-то подвергать себя каким-то ограничениям для того, чтобы выучиться. Но когда человек научился чему-то, это приятно. Это всегда приятно. Посмотрите 30 стих. Когда мудрость, или здесь Соломон от лица мудрости пишет, когда она говорит очень интересные вещи, описывая процесс создания мира, говорит, тогда я была при нем художницей. Оказывается, мудрость очень красивая. Есть разные формы. Мы уже говорили за музыку. Возьмите любой трейд, то есть возьмите любую профессию, и когда человек ее делает хорошо, это красиво. И Бог так сделал. Бог сделал так, чтобы когда мы чему-то учимся, мы не просто проходили механический процесс, а чтобы мы могли наслаждаться результатом того, что мы получаем. Результатом того, что Бог делает посредством нашего постижения, когда мы постигаем мир, постигаем эти все законы, которые Он сделал. Вот почему тогда я была при Нем художницей. То есть Бог создал мир красивым. И вся эта красота развивается под руководством законов природы, которые Бог сотворил. Вот почему здесь написано, тогда я была при нем художницей. Я не знаю, если вам приходилось смотреть в телескоп или просто в темную ночь выйти и увидеть огромное количество звезд. И вот когда ты смотришь на то, что ты видишь в творении, красиво. Ты просто замираешь от красоты. Или же, когда люди смотрят в микроскоп, и когда они видят атомы и конструкции, как все это построено, и они видят, что вот эти атомы, они в большой степени отражают то, как между собой связаны планеты в космическом пространстве. И это красиво, это восхищает. То есть ваша задача, ребята, заключается в том, чтобы вы не просто понимали, что, получив знание, вы приобретете огромное благословение в жизни,
а даже в самом процессе постижения знаний. Это приятно, я не знаю, как вы, я любил всегда математику. Мне всегда было приятно найти решение уравнения. Когда ты долго-долго ищешь решение, потом, ух, сошлось. Это такое ощущение, это не просто, что, окей, одной задачей меньше тебе. Нет, ты чего-то достиг, ты видишь, как оно сходится все вместе. И в действительности, в науках, которые Бог изобрел, которые Он сотворил, в действительности очень много красоты. И Он продолжает, посмотрите, я была при Нем художницей, была радостью всякий день, веселясь перед лицом Его во все время, веселясь на земном кругу Его, и радость моя была с сынами человеческими. То есть науки, созданные Богом, они в действительности дают радость человеческому разуму. Радость постижения, радость того, что человек, имея разум, имея способность рационального мышления, он может постигать эти науки, он может понимать их. Радость того, что он может увидеть, что эта наука применима к каким-то аспектам жизни. Радость того, что он может быть полезен для чего-то, когда он изучает эту науку. Я была, и радость моя была с нами человеческой. Итак, дети, послушайте меня, и блаженны те, которые хранят пути мои. То есть, когда человек постигает науку, и когда он понимает, что это Божья мудрость, и когда он живет в соответствии с этой Божьей мудростью, написано, ему будет хорошо. Посмотрите, «For blessed are those who keep my ways». Те, которые постигли Божью мудрость, те, которые эту мудрость практически научились применять в жизни, обязательно будут благословены. 33 стих. «Послушайте наставление и будьте мудры. Не отступайте от него. Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих. Потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа». То есть, когда мы говорим об учебе, когда мы говорим о постижении наук, постижении знаний, в действительности это духовный процесс. Это не просто то, что должны дети делать, потому что они маленькие. Это тот путь, каким образом Господь открыл самого себя, для того, чтобы люди могли его постигать. Для того, чтобы люди, изучая таблицу умножения, могли видеть Господа в этой таблице. И посмотрите, кто нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа. А согрешающий против меня наносит вред душе своей. И все ненавидящие меня любят смерть. То есть, когда мы говорим о том, что начался учебный год, и когда мы говорим о том, что нужно учиться, мы говорим о вещах, которые непосредственно связаны с Богом, непосредственно связаны с нашим правильным отношением к Нему, а не связаны с тем, чтобы мы сегодня могли посвятить себя тому, чтобы в действительности постигать Божию мудрость. Мы будем сегодня молиться об этом, но мы это сделаем немножко попозже. Мы сейчас помолимся после того, как я закончу эту проповедь, мы помолимся, потом споем, потом у нас будет еще короткая часть, где мы посмотрим на все те благословения, которые мы имели летом, когда Саша их имеет здесь, нам немножко расскажет, когда мы послушаем потом некоторые свидетельства учеников, студентов, может быть, кто-то из родителей может поделиться, какие переживания у вас есть, о чем вы хотели бы, чтобы мы помолились сейчас, когда мы будем молиться за новый учебный год. Вот. И потом в самом конце мы призовем детей сюда вперед. И мы совершим молитву. Давайте встанем сейчас, и перед тем, как мы еще споем раз, помолимся и принесем Господу наши сердца. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты открываешь себя в этой истине. Благодарим Тебя за Слово Твое, благодарим Тебя за Твою действенность, за красоту мира, который Ты устроил в Своей мудрости. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты сотворил знание, который мы можем использовать для того, чтобы правильно жить. Благодарим Тебя, что Ты открыл Себя через это знание.
Благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам эту привилегию, что мы можем познавать, мы можем постигать Твою мудрость. И сегодня, Господи, просим Тебя, научи нас любить ее. Научи, Господи, каждого студента, ученика, всех, кто пошел уже в школу и пойдет. Помоги, чтобы это не просто был академический процесс. Помоги, чтобы для каждого это было сознательное постижение Тебя самого и путей, которые Тобой определены. Благослови нас во имя Иисуса Христа. Аминь.